Здравствуйте. Ключи вы нам? 61. А, в кьютах? Все. Горячая, холодная вода. Брали под баллы, и он удалил. 61. 61. 61. Надо будет пульт и телевизор, 500 рублей за лук носите. Хорошо. Ключики на столе. Хорошо. Будьте уезжать, ключики снова на стол оставьте. Хорошо. Хорошо отдохнуть. Спасибо. Так, каюта. Каюта немножко узковата. Да? А? Немножко узковата. Зато управление кондиционером есть. Маленький телевизор есть. Естественно, зеркалов этого нету. Фен. Вон холодильник есть. Видишь? Ты говорила, холодильника нет. Душ зато не на пол, а уже этот. Такой. А я думала, душ не. Че, ты видишь или нет? Я хочу куртку повесить. Мы просто не расходимся. Я. Каюта номер 61. Личная карточка пассажира. Пройдет организационное собрание. Организационное немножко собрание руководства входа на диване, который находится в кормовой части. Что-то мы не нашли пули. Для вас в баре всегда вкусные напитки, ароматные чай, подряд. А там еще получается внизу палуба, да? Да. Еще есть верхняя, да, или нет? Да. Я не знаю, я ж не ходил туда. Да вот, примерно, здесь. В смысле, блядь? Ну, тучки лежат. А, вот девочки сейчас просят. Вот столик лежат. И уже пошли какой-то... Ну, Саша, так ты забываешь, что ты сильно ближе даже. Расположитесь поудобнее в своих каютах, ознакомьтесь с теплоходом. Стоит. Будьте как дома. Надо найдите. Что это за знак? А там же еще миссия, да? Вниз еще есть. Еще газель не разгрузилась. Так, блин, еще час, да? А, еще час. Это наша палуба, да? Ну, нет. Где же палуба? А? Главное, а это средняя.
верхняя палуба. Верхняя палуба называется. Да, нет. Там не палуба, а просто играет. А когда время пришло, а вы здесь были? Да. А, да. Наташа уже место заняла. А? Уже место заняла, говорю. Ходите, шныряете сами. Но. То ли можно, где что. Мы заходить не будем, так посмотрим. А, тут вот. Все составлено, но. А, вот тут, наверное, все это выстраивается. Да. В коридорчике прям. Дискотека здесь? Да нет, дискотека где-то у бара. А волны шли неведомо куда, и камушки у берега качали, и пела там малина в катаках. О том, о чем напросто мы молчали, прошу тебя, сейчас роза ты, напой тихонько мне, который край березовый, малиновой заре. Ушла из сердца боль, исчезла речка, вдаль умчалась юность. Но песня словно первая любовь, малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, сейчас роза ты, напой тихонько. Thank you.
Когда найдем ответ, всего самого доброго, ждите нас, всегда только принципает. Мы, конечно, обязательно вернемся на разбор причала всех наших туристов. Мы поздравляем с началом вашего круиза! Сейчас пойдем на экскурсию по теплоходу. Я засмотрелся на тебя, пришла по палубе в молчании, и тихо белый теплоход от шумной пристани отчалил. И закружил меня он вдруг, меня он закачал, а за окно же уплывал уж веселый мор вокзал. А белый теплоход гудка тревожный бас кричает за кормой сияние синий глаз. А белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи куда. Бежали волны за кормой, и ветер ласковый морской развеселясь играл с тобой.